Benim adım Hürrem. Ben Süleyman. Oyun! Kazanın! Mübarek kılıcınız kesin olsun! Великолепный век. Великолепный сериал, который не сломился под грузом претенциозности своего названия, поднял ожидания от телесериалов на небывало высокий уровень и заворожил зрителей с самых первых кадров. Сериал пробудил интерес к истории. Судя по данным продаж, покупать книги о жизни султана Сулеймана и Хюрем Султан за последний год стали больше на 100%. А в целом книги, повествующие об Османской империи, на 50%. Наряду с новыми книгами выпускаются новые тиражи книг, написанных ранее. Впервые для телевизионного сериала был построен съемочный павильон, занимающий 5000 квадратных метров. Дворец Топкапы был практически отстроен заново. И пока съемочная группа работала в своем дворце, количество посетителей настоящего дворца Топкапы увеличилось. Дворец — наше историческое наследие, простоявшее 600 лет. Его строительство по приказу Фатиха Султана Мехмеда было закончено в 1978 году. В общей сложности 400 лет он был центром государственного управления и жилищем падишахов. Эти султаны на протяжении веков управляли огромной империей на трех континентах. И зрители, которые помнят об этом, дабы прикоснуться к великой истории, направились в Топкапы. Костюмы и украшения сериала изменили моду. Впервые в сериале местного производства есть батальные сцены, не уступающие голливудским. Фильм был представлен на многочисленных международных фестивалях и конкурсах. И мы решили узнать, в чем же секрет его успеха. Мы стали свидетелями того, как мечта воплотилась в жизнь. Итак, мы внесли свою лепту в успех великолепного столетия. Фильм о съемках сериала был снят впервые. Все, начиная от продюсера и сценариста, заканчивая режиссером-постановщиком, режиссером монтажа и актерами, рассказали о том, что накипело. К вашему вниманию рассказ об этом великолепном проекте. Все началось с мечты. Он был великолепен. И никуда от этого не деться. Я говорила, давай не будем, Тимур, мы прогоним. Да, иногда мы думали, что не удастся, думали, как же это сложно. Полагаю, мы были бы несчастны всю оставшуюся жизнь, если бы мы не попытались и не справились. Они всех убедили. Мы с Дурулом сообщили, что нам интересно. Я один из тех, кто волновался больше всех. Больше всех. Так, ха, это великолепный век, и в нем есть я. Я помню день, когда мы пришли впервые. Мы гуляли полные восторга, как прикольно, но стены не настоящие. Если бы привели к нам съемочную площадку туристов, они бы почувствовали себя, как будто гуляют в историческом месте. Все сделано идеально, тютелька в тютельку. Было бы правильнее сказать, что здесь я понял, дворец намного лучше. Я смотрю каждую серию с замиранием сердца. Вау, оказывается, действительно великолепно. Как по мне, так получилась работа, за которую руки нужно целовать. История великолепия, которую трудно описать словами, блестящая жизнь, полная предательств. Любовные истории, ставшие легендой и пробуждающие у людей желание жить в другой эпохе, неугасаемые страсти и ведущие к смерти амбиции, меняющие прошлое и творящие настоящие могущественные султаны, визири и хасики-султанши, и двое искателей приключений, которые позаимствовали эти образы из книг, облачили их в костюмы, вдохнули в них жизнь и перенесли в 21 век, писательница, влюбленная в истории, и продюсер, обожающая творить невозможное, Мираль Акай и Тимур Савджи. Кануни — выдающаяся личность. Его жизнь проходила во власти огромной борьбы, сражений, побед и личных поражений. Наши мечи остры, а война наша священная. Это психологическая история. Но даже когда эти герои в один исторический период в одном месте взаимодействуют друг с другом у нас на глазах, получается захватывающая история.
Гаи! Сумей! Посмотрите, что с ней. Приблизительно 3-3,5 года назад Мираль впервые озвучила эту идею. Конечно, я был от нее в восторге. Подумали, попробуем. Конечно, вначале, пребывая в плену романтических чувств, мы не совсем осознавали, куда ввязались. Я Сулейман. 10-й султан Османской империи, который в 16 лет был наместником императора в Манисе, а сейчас идущий принять на себя почтенное наследие, оставленное отцом султаном Селимханом, и давший слово искать справедливость на каждом своем шагу. Для любого писателя это настолько благодатная почва для творчества, что даже если ты будешь отворачиваться и пытаться от нее улизнуть, она будет хватать тебя за шкирку и тащить обратно. Что там происходит внизу? Что за шум? Что за невоспитанная подняла там крик? Госпожа, это новые девушки, прибывшие из Крыма в подарок султану. Приведите ко мне эту ненормальную снизу. Когда мы думали над названием, первое, что мне сказал Тимур, «Мираль, должно быть что-то слегка смахивающее на документальный фильм. Великолепный век звучит очень претенциозно, но мне в голову не приходило ничего другого». Да, «Магнифик». Действительно, великолепный. То есть те, кто хоть когда-то говорил себе «вот бы мне пожить все время», пригласили в их мечту. Это словно волшебное окно в прошлое. Вся Турция прилипла к экранам, будто погружаясь в высокие мечтания у вековых дворцов. Но было совсем нелегко начать работу, создать телевизионный продукт на основе дружеской беседы и написанной на бумаге истории, и еще и сделать сериал, который бы сходил с уст. Обычно люди, с которыми я говорил, ну, большинство из них говорило: «Такой проект неосуществим, этого не сделать». Или же говорили: «Не берись», полагали, что это очень рискованно. В принципе, для меня это был небольшой риск. Я могла стать писателем, который провалился и надолго остался без работы. Но он в это время рисковал большими деньгами. Неограниченные финансовые ресурсы. И эти финансы на нас постоянно давят. Если мы совершим ошибку, я подставлю Тимура. Первый момент, который на самом деле меня напугал, это неделя, когда я впервые пришел после окончания первого этапа подстройки декораций. Вот тогда, что мы делаем? Ну, я тогда впервые почувствовал страх, я испугался. Получится ли? Грандиозность проекта понимали не только сценарист и продюсер. Все, от актеров до художников-постановщиков и художника по костюмам, немного робели. То есть осуществить неосуществимое не было такой мечтой, которой все сразу загорелись. Когда мы начинали, мы даже подумать не могли, что будет так трудно и мучительно. Мы начинали, как и любой турок, с мыслью «я это сделаю», с мечтой и товарищами, которые эту мечту разделяли. Потому что мы мечтали. Мы выписали нашу мечту на бумаге, но ее осуществить было очень сложно, особенно в условиях Турции. Как это получится? Потому что прочитанное меня очень впечатлило, честно говоря.
Потом я еще раз прочитал, очень впечатлился, а потом испытал огромное сомнение насчет того, как это можно воплотить, как реализовать. Я Ибрагим. Ибрагим – отступник, которого забрали из Парги в 10 лет. Что такое отступать? Куда человек отступает? Где то место, куда он отступает? Можно ли отступить назад? Возможно ли это? Или же судьба ведет нас только вперед? Там ли то место, куда ты пришел, куда отступил? Если посмотришь, увидишь? Когда отступаешь, сердце – твой компас. Сможешь ли ты найти дорогу домой, проходя по знакомым местам, не забыв их? Или же отступил, изменился, и ты все еще отступник везде, где ты был. На любом языке и в любой религии ты все еще отступник? Отступать — это невозможность, необходимость ли, Ибрагим? Это грандиозный проект, невозможно не испугаться. Я подумала, как бы там ни было, лучше от этого проекта держаться подальше. Сказать честно, я не очень заинтересовался. Более того, говорил, у нас не получится, это слишком сложно. Я согласился, даже не думая. Если бы подумал, наверное, убежал бы подальше. Я говорила: «Тимур, давай не будем, мы прогорим». Да, так и говорила. Говорила: «Это невозможно». А что вас побуждало так говорить? Это был очень трудный проект, за подобное раньше никто не брался. Мария, Александра, идемте. Нельзя. Наказание, нас побьют. Идите за мной. У вас сегодня вечером есть дела. Вы будете развлекать султана Сулеймана. Вы умеете петь и танцевать танец живота? Танец живота, дурехи. Смотрите и учитесь. Танцевать. Танец живота, вот так. Вот так, плавно-плавно двигаться. Так, за мной быстро. Быстро. Время от времени нас охватывали страхи, и мы ими делились между собой. Я как раз тогда начал читать. Наверное, года за полтора до начала работы. Я начал читать и изучать. Чем больше я изучал, тем лучше я понимал, какая это трудная задача. Hürrem. Tekrar et. Повтори. Hürrem. Ne demek Hürrem? Что значит Hürrem? Hürrem yüzümüzü güldürmek. Hürrem — это значит приносящая радость, сеющая улыбки. Теперь тебя будут звать Хюрем. Когда он рассказал мне о проекте, я сказал: «Братец, это очень сложно. Это для Турции правда сложно. Сериал, исторический период, съемки в павильоне. Это должно выглядеть правдоподобно. Еще и османский период. Как ты привлечешь к нему зрителей?» Мне было интересно, потому что это очень сложно. Он ответил: «Я все сделал, у меня в голове все готово. Посмотришь, отлично выйдет». Как же затихли все звуки? Я слышу биение своего сердца. Ангел у меня на правом плече, демон на левом. Куда вы делись? Услышьте меня. О Всевышний, поспеши. Я не могу остановить смерть. Самое главное, чему я научился у моего покойного отца: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Нужно либо идти на риск, либо продолжать стабильную, но непримечательную жизнь. Вот в чем суть. Они поверили и не свернули с пути, но иногда и их грызли сомнения. А я тебе говорила, однажды ты сам утонешь в крови, которую пролил. Я знаю, что это такое — молиться Всевышнему и ворочаться ночами в постели, уставившись в потолок и приговаривая: «О Всевышний, Мираль, что ты наделала? Как ты смогла взвалить на себя такую ответственность? Переживать — это хорошо. Это позволяет держаться в тонусе. Но каким-то образом я знал, что некоторые вещи этого не стоят. Я не хочу сказать, что точно я знал, что мы обязательно добьемся успеха. Правильнее сказать, я верил. Мы оба верили.
Полагаю, мы были бы несчастны всю оставшуюся жизнь, если бы не попытались и не справились с этим. Продюсер Тимур Савджи предоставил неограниченные финансовые ресурсы. Им полностью завладела история, в которую была влюблена Мираля Кай. Бейте, мои славные воины! Бейте! Все, что было сделано раньше, я не говорю о сериалах, сериалов точно не было. Но все остальное, сделанное в Турции, какое-то убогое. Мне было очень больно от этого, то есть для нас обоих. У каждого из нас есть любимые фильмы, снятые в Европе или Америке. Досадуя, почему же мы так не можем, мы решили, что теперь и мы так можем. С проектов, которыми я занимался в молодости, я подкопил деньжат. Вот мы с Мирали подумали. Ну, наверное, уже теперь пора. Мы готовы. Вот так и решились. Но на самом деле у нас был камень в сердце. Потому что мы, как турецкая нация, привыкли довольствоваться малым и не считали себя достойным чего-то большего. Я подумал, что мы достойны самого лучшего. Огонь из пушек! Стреляйте из ружей! Воин живет 1000 дней, а шанс выпадает лишь раз. Вперед! Пусть Юсеф Паша переходит в наступление. Кто же должен был играть роли? Например, кто должен был изобразить 10-го султана Османской империи, сына султана Явуза Селима, Сулеймана Великолепного? Тогда первое, что у нас в голове было четко определено, Кануни должен играть Халид. Еще даже сценария не было, а Халид уже был. Халид был с нами. Мы вдвоем верили в это, и Халид поверил. А на то время не было ни истории, ни сценария. Я просто ему рассказывал, будет так, мол, и так. Халид ждал этого проекта года полтора и не соглашался на другие сериалы. Я хочу верить в своего Аллаха. Ты хочешь стать мусульманкой? Да. Ты хочешь этого от всего сердца? Мое сердце желает этого. Нельзя? Я стану рабом твоего сердца, твоей души, Хюрем. Конечно, иногда мы думали, что не удастся. Думали, как это сложно. Но мы так думали, мы хотим и планируем это сделать. Я думал, если не я, то кто? Не в том смысле, что другому это не под силу, а раз посчастливилось мне, почему отказываться? И тогда я согласился без всяких сомнений. Я хотел подождать и работать. Я перечитал много книг, брал уроки боя матрак. Матрак очень интересный вид спорта. Езда на лошади. Раньше я тоже ездил верхом, но опять пришлось над этим поработать. Это одна из моих важных работ. Может, даже самая важная. Наша первая цель — Родос. Средиземное море превратится в Османское озеро. Никто без нашего ведома не раскроет паруса и не поднимет свой флот. Мы станем им ветром, бурями и молниями. Кстати, когда еще ничего не было, даже сценария, еще один актер был определен. Это Сюмбюль Ага. Да, с Сюмбюлем мы сразу определились. Это был Селим. Ты кто такая, чтобы называть султана Сулейман? Это ты давала имя нашему великому султану, нахально невоспитанная девчонка? Я предположил, что, возможно, этот сериал будут смотреть, и не ошибся. Я говорил об этом своим друзьям, и продукт получился действительно великолепным. Кто-то из актеров был определен, а кто-то думал, там должен быть я. Я в этом году решила ни в каком сериале не сниматься, потому что предлагаемые мне роли не были лучше предыдущих. Все то же самое. Я топталась на месте, играя все время одно и то же. Поэтому я решила нигде не играть. Но когда появился этот великолепный сериал, повествующий об историческом периоде, у меня сорвалось с губ. Я согласна.
Этот проект, в который я поверила, исторический. Писательница, в которую я верю, Мираль Акай. Мой сынок Сулейман. Все мои молитвы о тебе. Да хранит тебя Аллах. Мне великолепный век интересен, потому что я первая позвонила своему менеджеру и спросила: я хочу участвовать в проекте, нет ли для меня там какой-то роли? Я так раньше никогда не делала, и она очень удивилась. Я была заинтересована, потому что я очень люблю Халита. И у меня всегда было чувство, что все его проекты очень интересные, и в них каждый чувствует себя хорошо. Хотя раньше я с ним никогда не работала. Но у нас один менеджер, поэтому мы знакомы. Я все время спрашивала, что делает Халит, что делает Халит. И вот однажды Айше сказала, что он начнет работать над великолепным веком. Я сидела себе в каше, смотрела на звезды, а потом позвонила Айше и спросила: а для меня есть роль в великолепном столетии? Она сказала: хорошо, я гляну. И так я стала Хатидже. Что случилось? Почему ты плачешь? Ты посмотри, что свалилось на меня, Хатидже. Пока я ждала повелителя всю ночь здесь, он закрылся у себя в покоях с русской рабыней. Мой брат падишах. Как мы можем обсуждать его предпочтения? Мне рассказали об этом проекте и спросили, хочу ли я сниматься. Я сразу же сказала: конечно. Для меня играть в «Великолепном столетии» — это просто-таки мечта. Сериал об исторической эпохе повествует о нашей истории. Я сказала: сыграю с удовольствием. По этому поводу мы встретились с режиссерами, сняли пробные кадры. Спасибо, они решили, что я подхожу, и вот я здесь. Махидевран, дай я закончу кольцо. Не дам. Кто красивее, я или это кольцо? Ты. Между тем, что было на бумаге, и тем, что вырисовывается в итоге, огромная пропасть. Конечно, это не очень приятно. Но Мираль Ханым в то время, потом Тимур Бей убедили. Они всех убедили. И показали, продемонстрировали то, что сидело у них в голове. И хорошо, что убедили. Именно. Я буду молиться за вас. Ваши молитвы и глаза будут со мной. И то сияние в ваших глазах, которое превращает меня в Меджуна, будет освещать мне путь в темноте ночи. Я поняла, что попала действительно великолепный проект. У меня была мечта, чтобы существовала машина времени, и вот она на самом деле появилась. Я два раза в неделю выхожу из дома, прихожу в этот дворец, встречаюсь тут с людьми из того времени. Мы проживаем вместе какую-то часть жизни, а потом мы возвращаемся к себе домой. У меня присутствует такое чувство. Султанша, Валиде Султан ждет вас. Она сейчас спрашивала. Режиссеры братья Тайланд, одни из самых талантливых людей мира кино и телевидения. Они закатали рукава еще до начала проекта. Мы не собирались заниматься телесериалом. Когда мы занимались подготовкой рекламы, художник-постановщик ЗФР Каналмаз рассказал нам о декорациях к этому сериалу, потому что он ими занимается. И рассказал, что есть чудесный проект, что готовится чудесный проект. Мы спросили, кто им занимается. Он рассказал нам немного о проекте и сказал: Тимур Савджи. Тимур – продюсер, с которым мы давно знакомы, но не работали вместе, но очень хотели бы. И мы с Дурулом сообщили, что мы заинтересованы. Вот так мы и попали на проект. Мы около 2 лет назад занимались проектом наподобие этого. Действие приблизительно лет через 100-150, то есть период Османской империи. То есть мы уже имели дело с историческим сериалом. У нас уже было кое-что, мы были опытными в этом деле. Да, именно так. Мы сообщили Тимуру, и Тимур сразу предложил встретиться. Он сценарий нам отправил. Да, отправил сценарий, мы сразу его прочитали. Кажется, тогда было 3-4 серии, да? Да.
Нам очень понравилось. И на следующий день мы пошли и сообщили Тимуру, что хотим этот проект режиссировать. Конечно же, если тебе это подходит. Тимур согласился, и мы сразу договорились. То есть получилось крайне быстро. На все потребовалось 2 дня. Тимур нам рассказывал что-то около 2 минут, что надо делать. А мы сказали: «Ладно, ладно, мы очень хотим». И дальше пошло-поехало. Конечно, проект пугает. Я с этим согласен. Но проект должен быть настолько же захватывающим, как и пугающим. Это очень важно. А этот был одновременно очень захватывающим. Мы и так работаем не по профессии. То есть и в обычной жизни мы очень любим себя напрягать. Ягмур учился приблизительно 10 лет, то есть сначала 6 лет медицинского, потом интернатура. Я 4 года, то есть мы здесь потому что бросили заниматься своей профессией. И это видно. То есть нам это очень нравится, но мы крайне изматываемся. После того, как они взялись за дело, их трудолюбие, решительность и старание ни с чем не сравнить. Они приложили очень много усилий. После их прихода, не знаю, известно ли вам такое понятие, как тангенсоида, сначала идет ровно, а потом в определенной точке резко поднимается вверх. И работа началась вот на таком подъеме. Над декорациями и всем остальным работа только началась. Но и так было ясно, что получится прекрасно. Потому что работали прекрасные специалисты, и были созданы отличные наброски, и деньги идут. Это тоже важно. Все было бы хорошо и прекрасно, но до сих пор не было главного персонажа, Хюрем. Иди сюда. Быстро ешь этот чертов суп. Отстань, не трогай меня. Я тебя убью. Не раз слышал, что ты там сказала? Я убью тебя, грязное отродье. Если ты пишешь сказку и создаешь образ под себя, найти это в настоящей жизни, конечно, очень трудно. Конечно, Хюрем настоящий персонаж. Она жила. Я не знаю, это их надо спросить, почему они выбрали меня. Я только могу сказать, что счастлива, что они положились на меня. Молодец, Александра. Ты довольно талантлива в развлечениях. Hürrem. Ne dedin sen? Что ты сказала? Benim adım Hürrem. Меня зовут Хюрем. Александра yok. Александра нет. Султан Сулейман. Так хочет Султан Сулейман. Тербиесизлик yapma. Не показывай свою невоспитанность, Александра. Sen terbiyesiz. Это ты невоспитанная. Vallahi bugün baktığımda. Если посмотреть с высоты сегодняшнего дня, то, думаю, никто, кроме Мерьем, Хюрем сыграть не смог бы. Я даже не вижу никого другого вместо нее. Но Хюрем мы искали около 7 месяцев. На самом деле, с первого момента, как только мы согласились участвовать в этом проекте, мы переглянулись с Ягмуром и сказали: «Мы понимаем, найти Хюрем будет очень сложно». И самая большая проблема сериала была в этом, в Хюрем. Но мы и так это знали с самого начала. Потому что это такой персонаж. Он пришел к нам извне, то есть она не должна быть нашей. Однако, придя извне, она стала управлять государством. Это же очевидно. Ибрагим Паша считает себя вам ровней. Не позволяй себе лишнего, Хюрем. Образ Хюрем, кроме весомости с исторической точки зрения, мы и вправду хотели на эту роль нового человека. Все должны были поверить, что это и вправду Хюрем, и в этом мы упорствовали. На протяжении 7 месяцев мы ездили по таким странам, как Россия, Румыния и Турция включительно, во все страны, где есть турки, либо где мы считали, что сможем представителей обучить турецкому.
В каждой стране у нас был директор по кастингу. И в Турции также. То есть на юге, юго-востоке, севере, районе Эгейского моря, на западе, во внутренней Анатолии. Мы побывали везде, но нам никак не удавалось найти того, чего мы хотели. Через какое-то время мы стали надоедать товарищу, который занимался поисками Хюрем. Мы стали приставать к любой красивой девушке с вопросом, а вы не думали стать актрисой? До начала съемок оставалось неделя или 10 дней, точно не помню. И у нас до сих пор не было Хюрем, которая бы нас задела за живое. А я все продолжал повторять на летучках. Мы ее найдем, мы ее найдем. Он говорил, она обязательно появится. И в итоге в Германии я попросил в последний месяц мне помочь подругу, которая много лет помогала мне по кастингам, но сейчас занимается продюсированием. Потому что мы уже сделали все, что могли. Она услышала о проекте в Турции и позвонила мне. И сказала, в Турции ищут девушку на главную роль для одного проекта. Я сказала, что это невозможно, потому что у меня ужасный турецкий. Я туда поеду, а меня сразу выгонят, потому что мой турецкий очень плох. Ваши раны зажили? Я тоже хочу умереть. Мама, пожалуйста. Тут очень много боли и зла. Нам сказали, что в Германии есть такая девушка. Мы посмотрели фото и короткое видео. Предложили приехать и познакомиться тут. На фотографиях она выглядела неплохо, но фото может быть обманчивым. И в последний вечер сказали девушке, хотим ее видеть. Позвонил телефон. Она сказала, что представила мое видео. И они зовут меня в Стамбул на работу. Я подумала, что у меня и так есть время. И в итоге я приехала в Стамбул. Мы даже встретились вечером в кафе, потому что самолет прилетел вечером. Встретились в кафе, посидели пару часиков, посмотрели друг на друга. Наш продюсер Нармин, Дурул и Ягмур. Дурул и Ягмур сняли пробное видео, и мы решили, это она. Однако девушке, самой Мерьям, мы пока еще ничего не говорили. Мы сидели и не думали, что все произойдет так быстро. Мы сказали, возвращайся в Берлин, собирай свои вещи, потому что это надолго. Подумай, сможешь ли ты тут жить, потому что сроки мы назвать не можем. Если нам улыбнется удача, это может быть на несколько лет. И у нас в душе зашевелился страх, готова ли девушка к такому, согласится ли она на это. Они меня захотели, а я захотела Хюрем. Вот поэтому сейчас работаем вместе. Девушки? Кто это? Они забудьте, это Александра, крымская сумасшедшая. Крымчанка? Украинка, дочь православного священника. Православная. Православная. Татарские головорезы выкрали ее из села, продали в Крымский дворец. Оттуда уже сюда. Видели бы вы ее состояние, когда она только приехала. Такая буйная, невоспитанная. Но сейчас я учу ее уму-разуму. Это незабываемое событие в нашей творческой деятельности. Можно сказать, что мы спаслись в последние минуты, потому что мы нашли ее, когда до съемок оставались считанные дни. То есть могли бы и не найти. Не знаю, что было бы тогда. Но этого не случилось. И только мы ее нашли, у нас на душе стало спокойно. Потом она пришла, парикмахер, цвет волос, то, сё, пятое, десятое, костюм, платье. Мы все помним первые съемочные дни. Мы никак не могли поверить, что это правда. Конечно, это огромное преимущество, когда один из наших режиссеров – психолог.
Потому что Мерьям взялась за очень непростое дело. Я ставлю себя на ее место и понимаю, что то, что она сделала, это сумасшествие. На некоторое время она впала в депрессию. Это же неизвестный язык, незнакомая страна, новые люди. Ее жизнь меняется за 48 часов. А потом через 15-20 дней выходишь на улицу, а тебя все начинают донимать. Ты же не понимаешь, почему? Идем, мы возвращаемся. Отпусти, меня ждет султан Сулейман. Туда нужно возвращаться. Нет, султан ждет. Султан сейчас не может с тобой разговаривать. Султан Сулейман хочет, чтобы я пришла. А сейчас я говорю, быстро уходи. Видно же, что пришла Махидевран Султан. Эта женщина тут, а я под дверью. Кюрем пару дней поработала над ролью, а потом стала звездой экрана. Это кто? Да я тут! Удали! Повелитель эту женщину видеть не должен. Ты слышала? Кюрем Султан, мне больно. Мне тоже больно. Если она пойдет на халвет без моего ведома, я этот дворец на щепки разнесу. Это очень интересно. Я смотрю, вижу себя и никакой Мерьям. То есть нет никакой связи. Это будто другая женщина. И другие актеры точно так же. Например, Халид, Окан, Сельма. Я их там не вижу. Я погружаюсь в фильм и нахожусь в нем, словно в море. Мне это очень нравится. «Великолепный век» — не документальный сериал, но он показывает зрителям историю, не изменяя настоящих исторических событий, не отклоняясь от реального прошлого, не искажая и не нарушая его. Все-таки это самое неизведанное — личная жизнь падишаха. Моя Хюрем, моя султанша, правительница, повелительница, душа этой мировой империи. В книгах, которые мы читаем, за исключением работ некоторых всеми известных историков или исторических романов, нет никаких сведений о том, как именно происходили события и как вели себя люди. На каждое событие у всех есть собственный взгляд. Венецианские и французские послы в своих отчетах говорят одно. Историки, как иностранные, так и турецкие, совсем другое. Честно говоря, путаница какая-то. Я читал в работах некоторых историков, что женщина заходила в покои повелителя в земном поклоне и продвигалась к его ногам, к кровати, на четвереньках, практически ползком. А уже дойдя до изножья, подходила к султану. Есть и такие описания, и подобного много. Поэтому найти, как же было на самом деле, становится крайне сложно. Потому что вопросы, которые мы задавали, никто до нас не задавал. Конечно, мы не делаем нашу работу с саблей наголо. Да, мы вынуждены опираться на известную всем историческую правду, однако есть место и фантазии. Потому что история не рассказывает того, что происходит за закрытыми дверями. История рассказывает о войнах, победивших, проигравших и о предателях. А как же они выиграли эту войну, с какими чувствами, что происходило во время войны, кто и почему совершил предательство? И вот когда выходишь за рамки фактов, в область чувств и отдельных образов, тогда и начинается повествование. И чтобы это делать, нужно углубиться. И углубившись, сталкиваешься с так называемой священной областью. Султану нельзя говорить такие-то слова, другой так сказать не может. Мужчины и женщины не могут столкнуться в коридоре в одном дворце, потому что есть гарем и есть покой султана. И что нам делать? Где этим людям столкнуться взглядом? Мы выдумали террасы.
Мы подумали, что хотя бы Паргалы будет переглядываться с Хатидже с верхней террасы на нижнюю и играть на скрипке. Конечно, у нас по этому поводу постоянно возникает спор с историками. Они правы, говоря, что гарем вот до сюда, сюда могут входить только вот эти. Тот мужчина даже из уголочка не смеет взглянуть. Нет, нельзя. Аллах упаси. Но нам нужно свести этих персонажей. Что нам делать? Сладких снов, Хатидже Султан. У истории свои правила, но и у телевидения свои. Сценаристы всегда находятся на связи и советуются с провизорами истории. Довольно длительный срок, на протяжении года мы постоянно каждую неделю несколько часов работали с историческими консультантами. В первую очередь был важен этап написания. И на этапе написания сценария мы действительно все собирали, как пазл. Я каждую неделю, будто с выученными уроками, приходила к ним, задавала вопросы, получала взбучку. Говорили, так нельзя, должно быть так, надо исправить. Конечно, мы пытались как-то с этим справиться, обсуждали эти моменты на протяжении года. Я возвращалась и говорила, ладно, будет, как вы сказали. Они тоже возвращались и проявляли понимание к тому, что это все-таки телевизионный сериал. И он требует драматизма. Они мне говорили, ладно, может, можно сделать как-то вот так. И мы долго работали в зоне компромиссов. Султанша, ваши глаза тут, на берегу Дуная, освещает воду, ночь и мою душу. Есть фильмы, которые мы смотрели по телевизору. «Малкачоглу», «Кара Мурат». Мы смотрели их в детстве на ТРТ и ТРТ-1. В современном мире и современном ритме это рассказать невозможно, где и на каком фоне было много людей в чалмах, которые долго разговаривали между собой во дворце Топкапы на непонятном нам языке в напыщенной манере. Кроме манеры говорить, других рекомендаций у нас не было. В современном мире и современном ритме это рассказать невозможно. Я был настроен решительно. Мы не хотели создать какую-то нудятину. Тягомотина нам была не нужна. Потому что мы считали, что если бы все было сделано привычным образом, соблюдая все каноны, считающие священными, не было бы так интересно. Ведь и так снято множество телевизионных и документальных фильмов, связанных с историей. Скажем так, именно поэтому было очень важно, чтобы эта работа вызывала понимание, симпатию, сопереживание, и рассказывая о периоде Османской империи, была яркой. Для начала я хочу выслушать проблемы янычар. Какой ласки вы от меня ожидаете? Все как на иголках. Нам нужен поход, нужна схватка. И наше прошение у высшей власти таково. Снять занимаемые должности великого визиря Ибрагима Пашу и выйти в поход. Да будет мне свидетелем Творец всего сущего на земле и на небе. Моя семья больше никогда не будет вынуждена терпеть подобные унижения и нападки. И любой, кто осмелится на это, работа сложная, потому что история словно море, полное загадок, так как сведений о той эпохе осталось крайне мало. Мы вынуждены даже для самой малюсенькой сцены работать несколько часов, потому что существует второй план, и нам нужно его оформить в соответствии с 16 веком. Костюмы актеров, помещения. Не всюду можно выходить, потому что это 16 век. Не просто, совсем не просто. Например, иногда нам самим приходится изобретать способ изготовления какого-либо аксессуара, части мебели, ружья.
Потому что, например, нужен мастер по меди, но его в два счета не сыскать. Что еще? Конская сбруя, седла. Все это очень тяжело восстановить, потому что это устаревшее мастерство. В Стамбуле есть только один человек, занимающийся этим. Он очень преклонного возраста. Трудно то, что у нас, к сожалению, нет сведений по поводу платья. Нам все время нужно поглядывать на первоисточники, смотреть на костюмы в Топкапы. Это правда, что для сериала была соткана специальная ткань? Да, конечно. Мы берем ткани и на рынке. Но их мы непременно комбинируем со специально изготовленными тканями. Они с османским орнаментом, оттиснутым на бархате. Их нам предоставили компании-спонсоры. Конечно, самое большое наследие – это сам Стамбул. 600-летний дворец Топкапы – центр власти и роскоши, который очаровывает мир своим величием. На протяжении 400 лет это волшебное место было домом для падишахов. Для начала я спрошу, вы посещаете дворец Топкапы? Захожу каждый раз, когда приезжаю в Стамбул. И что вы там чувствуете? Это очень тихое и почтенное место. Роскошное место. Там ты чувствуешь историю. Дворец Топкапы роскошен со всех сторон. В каждом уголке таится история. Когда делаешь первый шаг, входишь в те ворота, и так мороз по коже. Если вы хоть немного знаете историю, сразу задумываетесь о том, что здесь происходило. Да и о многом. Конечно, больше всего меня впечатляет гарем, так скажу вам. Когда там ходишь, перед началом сериала я опять туда сходила, чтобы увидеть это еще раз. Вот, например, тогда я впечатлилась еще больше. Там очень интересная энергетика. Там такая сильная атмосфера. Эти стены, они такие мощные. То есть я там прошлась, и ты будто ощущаешь себя на другой планете. Я думал, я буду их играть. На самом деле, от того, где они жили, до одежды, которую они носили, это просто невероятно. Когда я увидел пышность, величественность и важность тех людей по их одежде, я не поверил. Ходить в детстве – это одно, а ходить с мыслью «я буду их играть» – это совсем другое. Сколько людей туда ходило с такой мыслью? Думаешь об этом, и страшно становится. Впервые для сериала был выстроен огромный павильон. Дворец был отстроен практически идентично оригиналу. Этот павильон настолько удачен, что я помню день, когда мы пришли впервые. Мы ходили в восторге. О, как прикольно! Но стены не настоящие. Мы были как дети, мы обошли весь павильон. Мне очень было интересно, какая у Хатиджи будет комната. Я пошла и посмотрела, мне очень понравилось. Отличная реализация и дизайн. Декорации установлены на крытой площадке размером приблизительно 3000 квадратных метров. Отличный дизайн и прекрасная реализация. Дворцовая часть около 5000 квадратных метров крытого пространства. Кроме этого, есть декорация Золотого Рога размером в 3600 квадратных метров. И сейчас мы продолжаем строить новый базар, Стамбульскую площадь, улицы. Строим район, да, строим район, так правильнее. Как только заходишь в Топкапы, это чувство захватывает тебя, хочешь не хочешь. Это всегда было моей мечтой. Те же костюмы, например. Я сюда прихожу, мне всегда хотелось хоть в чем-то таком походить. И я один в один так живу. Что случилось? Почему ты плачешь?
Разработкой и постройкой декораций занимался ЗФР Канайлмаз. Мы потратили много сил. Он художник-постановщик, великолепно исполняющий свою работу. Мне очень повезло работать с ним вместе. Наличие воплощения в жизнь такого проекта — ответ на вопрос, мне делать или не делать. Очень важен для всего сектора, это очень важный шаг. То есть это очень дорогостоящая работа, возможность создания декораций и концепции с нуля. Ведь если удастся, это увидит зритель, то есть работа, которая приносит прекрасные результаты. Конечно, очень сложная, но ведь что-то хорошее и правильное не дается легко. Самая благородная из султанш. Я и так собирался зайти к вам, окончив работу. Слушай меня. Ты видел у кого-то из девушек внизу в руках тетрадь? Не видел султанша, важное? Тетрадь. В ней очень тайные записи. Она не должна попасть никому другому. Будет правдивее сказать, что здесь я понял дворец намного лучше. Потому что эту дворцовую жизнь я никогда не чувствовал как что-то такое, что близко к нам. Никогда на протяжении всей моей жизни, наверное, это от того, что я родом из Южной Анатолии. Костюмы и украшения уносили в сказочный мир не только зрителей, но и тех, кто их носил. Появляются первые эскизы костюмов, костюмерные репетиции. Эти образы оживают и начинают ходить по этим коридорам. Когда снимались тизеры, это было очень захватывающе. Но она красавица. Красота временная, хотя же. Сколько красавиц я повидал на своем веку. Сейчас они живут в грязи. На первых репетициях я первая оделась. И когда я показалась в костюме, все сказали: «Вау! Ты тоже умер». Мустафа, хватит, не убивай мою охрану. Кто меня потом будет охранять? Я буду защищать. Дизайнер наших костюмов Сердар Башбук. Он изучил все костюмы, относящиеся к тому историческому периоду. И, вложив много труда, из них создал костюмы, которые вы видите сейчас. Сделав их более приемлемыми для нашего времени и пытаясь продемонстрировать их лучшие стороны в кадре и под кинопрожекторами. Да, некоторые ткани были сотканы, некоторые закуплены специально. Каждая была пошита лично для каждого. Я настаиваю, чтобы все шили поуже. Потом они на меня злятся, и мне больше не удается их провести. Но это не важно. В то время, может, и не были такими узкими, но эта осанка меня успокаивает. Мне кажется, будто я выгляжу более натурально для того периода, но не знаю. Добро пожаловать. Султанша, я за вас беспокоилась. Когда повелитель тут остался на ночь, я сказала про себя: «О Аллах, неужели что-то случилось?» Беспокоилась. Может быть, вы заболели? Не волнуйся. Смотри, я в порядке. Возвращение Ибрагима и забота семьи помогают мне быстро поправиться. Для каждой серии делают столько новых костюмов, что и не сосчитать. Создаются новые костюмы как для новых персонажей, так и для существующих. Так что производство ни на минуту не останавливается. Честно говоря, если бы мы делали один в один османские костюмы, оставаясь верным их формам, в виду корон, чалм, головных уборов и кафтанов, нам было бы не так сложно. А делая по новым эскизам, это больше стало походить на работы в ателье методом проб и ошибок. Крой и выточки каждому по фигуре. Если бы мы делали классические османские костюмы, было бы намного легче. Когда я одеваю эти костюмы, я думаю: «Я хасики, это платье нужно носить так, так нужно держаться». То есть только одеваешь, тело само начинает себя так вести. Скажем так, преобразование энергии. А вы такая же женственная в походке и во взгляде. Нет, иногда мне нужно вспоминать, что я женщина. Я не такая прямо женственная. Во мне есть что-то и от мужчины. Принцесса Изабелла, добро пожаловать. Султан,
Я пришла выразить свои соболезнования Хатидже Султан. Я очень огорчилась, когда умер ребенок. Я хочу ее увидеть. Она неважно себя чувствует, отдыхает. Костюмы и украшения очень красивые. Когда я надеваю эти платья и украшения, меня охватывает какое-то особое чувство. Потом мне делают прическу и макияж. Потом эти декорации. Конечно, как актриса, я потихоньку приближаюсь к тому периоду. Становлюсь все ближе к Хюрем. Это твоя победа, Хюрем. Изабелла на том корабле уплывает из твоей жизни. Все будет как раньше. Я буду говорить за себя. Сведения о том, что носили в то время в Европе, более конкретны, потому что существовали картины, и они могли появиться в печати. У нас есть примеры. И, конечно, в таких костюмах ты будто совершаешь путешествие во времени. Принцесса Изабелла станет твоим концом. Она теперь здесь, в гареме. В гареме прольется кровь. Мы во многих сценах одеваем драгоценные украшения, но есть и некоторые сцены, в которых на нас одето несколько тысяч долларов, и это очень ценные изделия. Все настоящие. Конечно, когда на тебе одеты эти украшения, костюмы, чалма, тюрбаны. Ты чувствуешь себя лучше. Лично мне, как актеру, это очень помогает. Я люблю все одевать на голову. Мне приносят колье, я сразу одеваю его на голову, а мне нет, его надо одевать на шею. Сегодня его допросят на диване. Скорее всего, когда мы вернемся во дворец, Пашу казнят. О, Аллах! Если все остальное делаешь хорошо, то вот эти костюмы и украшения ты обязан делать профессионально. Но если удается показать их настоящими, это большой успех, особенно для сериала. Авторы фоновой музыки сериала – мастера своего дела, один искуснее другого. Музыку к этому сериалу мы сочиняем втроем – Фахир, Сонер и я. Насколько это возможно, мы пытались выбирать инструменты, которые близки к тому периоду. Я говорю о гаремной музыке, музыка, которая исполняется в гареме и на празднествах. Для меня романтические сцены более впечатляющие, чем военные. Повелитель? Чего остановился, Баргалай Ирай? Секрет успеха – это, несомненно, любовь каждого к той работе, которую он делает. Монтаж «Великолепного века» отличается от монтажа других сериалов. Причина – нам нужно очень внимательно следить за каждой деталью, потому что зрителей очень много, и ты у всех на виду. Для сцены, которую наши зрители видят в эфире, полторы минуты, где участвуют, допустим, пять актеров, снимается 45 минут видео. Конечно, перед монтажом этой сцены нам нужно все просмотреть и выбрать, какие актеры сыграли лучше, какие реакции каких персонажей нужно показать, чтобы раскрыть сцену. Я знаю, что ты сделала. Не смей отрицать. Что случилось? Что произошло между вами? Что она здесь делает? Команда, занимающаяся эффектами анимации, работает самоотверженно. И я скажу, что это самое важное. Секрет успеха в том, что каждый любит свою работу. И это очевидно, потому что им нравится заниматься этим делом. Иногда даже случаются такие смешные ситуации. Некоторые вещи я хочу видеть заранее и прошу мне прислать. Потом это одобряю, мол, выйдем с этим. Но они говорят, нет, мы в последнюю секунду за час до эфира, мы успеем и запишем это. Это они настаивают так. То есть занимаются работой вот с такой любовью.
вперед! Тогда как в нашей стране это не является довольно любимой, известной и хорошо изученной темой, телевизионный сериал напомнил собственную историю как зрителям, так и авторам и актерам. Мы и так уже полтора года живем в 16 веке. Потому что без чтения и глубоких исследований вам вход в этот мир запрещен, так что делать больше нечего. Я историю особо не читал. Более того, могу сказать, что в старших классах вообще не любил историю. И когда я начал читать историю по работе, я увидел и понял, что читать и учить историю – это одно из самых приятных занятий на свете. Ибрагим Паша, скажи, что Венгрия – земля османов, и мне решать, как управлять землями османов. Я пожаловал эту маленькую страну Заполье только по случаю знакомства. Если кто-то утверждает обратное, он понесет свое наказание. Конечно, хочешь не хочешь, нам пришлось изучать тщательно эту тему. И, честно сказать, мне было очень досадно, что я этого всего не знал раньше. Было жаль, что я этого не знаю. На трех континентах и семи холмах столицы, окруженной морем, мои рабы преклонят колени перед моими статуями. Мы знали, что был такой человек, как Малкачоглу, тогда как это целая семья и довольно родовитая семья. Кроме того, довольно богатая как с культуры, так и с материальной точки зрения, потому что они в то же время и беи. Когда я это узнал, я был очень удивлен. Мне Мираль Ханым это рассказала, а я поверить никак не мог. Я сказал, вот как семья. Я спросил, а я из них кто? Она сказала, ты Балибей. У меня серьезные намерения. Я хочу совершить никях и отвезти ее к себе на родину. Ее отец против. Такие дела силой не решаются. И благодаря Всевышнего, что он не пожаловался судье, а пришел ко мне. Я на все готов, Паша. Ты должен вернуть девушку отцу самое позднее до завтра. Иначе у тебя будут огромные неприятности. Конечно же, Сюмбюляга жил. Вы знаете, есть мечеть Сюмбюляги. Его называют Сюмбюляфенди, достопочтенный Сюмбюль. Он известен как человек, очень заботившийся о девушках. Как мы сейчас видим, на уроках обсуждают этот исторический период. Люди заинтересовались и стали читать книги. Что за человек был Ахюрем, что происходило в то время, что было сделано указом Сулеймана. Сейчас люди это узнают и изучают эту тему. Конечно, это вам не урок истории, но люди, такие как я когда-то, ничего не знавшие, сейчас проявили интерес и изучают этот вопрос. Думаю, это одна из лучших сторон этого проекта, этого сериала. Это огромная честь принимать вас во дворце в Венеции. Мы немедленно подготовим ваш визит. Я прибуду, но не посетить, а захватить. Переведи, Ибрагим. Vero, però non per visitare. Это превратилось в страшную любовь ко всему османскому. Книги печатаются дополнительными тиражами. Из-за этого я очень счастлива. Я счастлива, что молодежь смотрит это с огромным желанием учиться. Значит, мы им что-то смогли дать. Как ты смеешь делать то, чего не делали твои предки? Ты не можешь нарушить традиции. Если нарушишь, твоя власть и могущество начнут загнивать. Это в моей власти. Тогда я отрекусь от тебя. С невероятным успехом сериала изменилась одежда, украшения и прически. Обычно всем нравятся наряды Хатидже. Валиде Султан тоже нравится. Рубашки и пижамы Сулеймана.
Нам приходит очень много заказов для личного пользования. Это очень удобно. Крайне удобно. Платья, которые носили в то время, намного удобнее джинсов и штанов, которые мы носим сейчас. И кафтаны тоже. Я думаю, они смотрятся очень эстетично и красиво. Особенно относительно одежды и причесок. Наши дамы хотят такие украшения, которые у нас носят на голове наложницы. Мне каждая моя подруга говорит: «Принеси мне, пожалуйста, такую». Вот так все это приняли. Мода изменилась. Османская мода вернулась опять. Мы видим ее везде. Это моя мама хорошо знает, я этим особо не интересуюсь. У вас есть изменения в гардеробе? Моя мама дома затеяла изменения, насмотревшись в сериале. Я сделаю Рим, Будду, Вену и все земли, где правит папа и Габсбург, исламскими землями. Он идет не на Будду. Он идет на свою смерть. Мы обождем султана Сулеймана здесь. Султан Сулейман Великолепный, Хасики Хюрем Султан и великий визирь Ибрагим Паша. Как они любили, как жили и из-за каких слабостей распрощались с жизнью. Как были сняты великолепные батальные сцены. То, чего вы не знаете о сериале, то, что осталось за кадром, через неделю на канале Шоу ТВ. Перевод Колбаскина, озвучка Турок 1990, по просьбе поклонников сериала.